Он шел по улице угрюмый, и лишь печальный блеск в глазах скользил среди прохожих шумных, скрывая боль в своих ногах. И руки были непослушны, а сердце билось не в попад. Но яд, что в теле, равнодушен, казалось, нет пути назад. Кошмар тогда казался вечным, тянулись дни за часом час. Отравы дух он свой калечил, в тумане путаясь не раз. Но не остался, слава Богу, он одинок. Ему помочь смогли. Развеивши тревогу, он отогнал все беды прочь. Сплотились близкие, родные вокруг него, чтоб сохранить, разбить иллюзии кривые и в этой битве победить. Не будем в тонкости вдаваться, он был неправ, но не суди, ведь каждый может ошибаться и сбиться с верного пути. Он снова счастлив, снова дома, тепло, уют и блеск в глазах. Живет, как будто не было разлома, живет с улыбкой на устах.